извините, Андроповский район, село Курсанка. Красная зона. Пожалуйста, человек на полу. Никому не нужен, ни медсестер, ни врачей, ничего. Человек лежит в течение часа. Никому не нужен. Вот такое отношение. Сколько лежим, никого нету. Люди вот больные плохо. Не можем ни достучаться, ни до... Никого нет. Ни санитарок, ни врачей, ни медсестер. Вот такая вот бордель. Человек лежит больше часа. А у него туловище не работает, инсульт, еще дополнительно всякие болячки. Вот такая система.